Всем привет. Так, у меня 5. Всем привет, с вами Некромас, и мы в игре тот самый Pacific Drive. Вот, как видите, мы тут где-то ездим. Сейчас, погодите минутку, у меня тут это... У меня тут происшествие. Надо малость подремонтироваться, если получится. И сколько получится. Так, ты как? Ты плохо. И с бампером плохо, да? Вот, значит, а что за игра? Игра про... Как тут виснется? Как тут сказать? Блин, ремонтную пасту не могу сделать. В общем, примерно игра, я могу сказать так, это какой-то типа сталкер на колесах. Вот, то есть мы катаемся по каким-то непонятным мирам. Видите, какая у нас махина. Прям какой-то космический корабль, да. Вот, мы катаемся по этим мирам. Это самое, тут всякие аномалии. В машине всякие парадоксы происходят. Ну, в смысле, парадоксы это такие поломки особые. То есть, допустим, ты едешь назад, у тебя капот открывается и всякое такое. Вот это у нас парадокс. Ну вот. Ну, я решил, я ее прохожу на Твиче, литовском языке, но решил снять одну серию, посмотреть. Может, вам понравится, то иногда будем выпускать серии по ней и на Ютубе. Так, что тут у нас, погодите, интересно, я уже просканировал это или нет, вот эту аномалию. Сейчас посмотрим. Вот видите, всякие аномалии происходят. Так, аномалия, нет, я ее не сканировал еще. Летная полоса. Прикольно. Да, она тут у меня вся побита, потому что мы приехали с другой зоны. И это самое. И нас там потрепало. Так, сейчас смотрим. Что там, домик желтый какой-то. Ну ладно, едем. Вот. И как видите, машинку можно по-всякому апгрейдить. А уж это у нас задело, как видите. Блин. Нас задело это. Аномалия. О! Еще одна аномалия, которую надо просканировать. Вот, машинку можно апгрейдить. Но для этого нам надо собирать там такую особую энергию. Вот, если что. Видите, вот эти вот желтые, это вот именно с этой энергией связано. Это, короче, такие маяки, как их там правильно назвать. Ну, увидите, короче. Так, а ну сколько? А, заполнено нормально. Вот, все действие происходит в машинке. Идем посмотрим, тут может будет открыто. Да. Берем себе вещичек. Каждый раз можешь ездить в ту же самую карту сколько хочешь раз, но там все будет по-другому каждый раз. Вот такие тут прикольчики. Вот. Ну сейчас вот тут у нас, если честно, довольно-таки спокойно. Но так-то... Ой, не тот взял. Так, тут все забрали. Блин, тут эти аномалии, ёперный театр. Вот, у меня уже, как видите, немножко машинка прогрежена. Так, едем дальше. Немножко защиты есть от радиации, от электричества. Какой-то Вольво у нас. Ни хрена не видно, куда ехать. Мы куда-то едем, да? Вот. Также мы тут собираем ресурсы. Там вот машинка была, это уже не вот такая, которая вообще почти ничего не дает. Та другая. О, офигенная вещь. Мы нашли. Это мне очень надо. Сейчас мы отправимся это все дело пилить. Вау. Вы же знаете, как я люблю всякие выживачи, а тут еще такой выживач не так себе, а плюс еще это. Такая фантастика. Мистика какая-то, типа зона, там всякие эти. Бла-бла-бла. Очень, кстати, если кто не знает про эту игру, вот эти лампы, это очень офигенная штука, из нее падает очень крутой лут. Если их увидели, обязательно пилите. Потому что с них падает очень много чего. Вот у нас такой пылесос. Который нам собирает лут, да? А тут еще свинца остался кусок. Так, значит, все, что тут еще осталось где? Распилить, что еще можно? А можно еще распилить. Так, чё, не, давай это, не шали. А можно, конечно, и ручками собирать. Там я уже не достану. Так, все распилили. Погодите, я это... А, это не сканируется у нас, да? Да, это не сканируется. Так, смотрим дальше. Карты тут нету. Вот, как видите, вот это у нас так, с колесом что. Это вот у нас, видите, такая защита от электричества, это от радиации, это электричество, это багажник. Опять электричество, радиация, электричество. Ой, электричество, радиация. Вот, плюс вот эти все, вот что тут висят, вот эти тарелочки всякие, это за делюкс версию. Ну, естественно, у меня, как говорится, неофициальное издание. Так, нам надо сейчас развернуться и пробовать ехать как-то сюда. То есть нам надо вот так ехать, да? Вот этой дороги. О, еще одна. Пошли. пилить. Ну, еще мы апгрейдим не только машинку, но и себя, то есть себе вещи можем делать, там, одежду и всякое такое, чтобы, как бы, мы тут, нам бы тут лучше выживалось, да? О, утечку нашел. Класс. Ой, забыл, что я пылесосом собираю. Так. Игра очень атмосферная. Эти все звуки, там все такое. Ну, в общем, пока что вы тут не думайте, что тут все так радужно. Тут мы просто попали в какую-то такую классную зону. Можно лутаться и ничего не происходит, но так обычно так просто не бывает. Вот. Тебя я сканировал. Так, едем дальше. Блин, а тебя я сканировал или нет? Я не помню. Ну, вроде сканировал. Сейчас, погодите. Вылезем, посмотрим. Я сканировал. А что-то у меня багажник открыт. Я с багажником открытым поехал, да? Вот. Погнали дальше. О, вот эти домики очень хорошие. Но, к сожалению, они иногда бывают закрыты так, что я их не могу открыть. Но... надо посмотреть, сейчас, наверное, будут у меня уже детальки, чтобы в них залазить. Так. Тут все. Тут как бы все. А, плохая погода, да? Так, сейчас нам направо надо, да? Как-то повернуть. Вот этой дороги сейчас поедем. И чуть в эту лужу не въехал. Опасно, опасно. Тихо. Еще одно местечко для распила. Так, побежали пилить. У тебя ничего нет? Упс. Погоди, через одно. Давайте все соберем. И пойдем сдадим машинку, плюс возьмем другую пилу. Так, тут есть, есть. Пила-то есть, некуда ее совать. Я ушей по башке получил. Так, выгружаемся. Пусть будет пока открыто. Погнали. И тут уже не осталось чего пилить. От тебя можно спилить. Чего ты? Натриевая световая установка. О! Ручной пылесос. Ну-ка. Вот это что интересно. И чё? И чё тут с нее сосать? Я что-то не понял, погодите. С. Странно как-то. Че с ней высасывать с этим пилишошем-то? Или это про это? О! Слушайте, какие красивые звуки. А вот тут еще есть. Почему на ней все время горит этот? Ай, может, эти лампы надо когда не пилить? Оу, шит. Эй, ты куда там идешь? Так, смотрим. А, ну сейчас нам по прямой до этого дома долбаного ехать. Да, да. Опачки. А что у вас тут? Разрешите поинтересоваться? Нас это все очень интересует. Не понимаете, нет? У, шкафчик с химикатами. Классно. Очень классно. О, лампочки на химикаты меня же, да? Сейчас, погодь. Хотя я тебя сканировал, нет? Я вот это не помню дело. Сейчас, погодь, лампочек получишь кучу. Где мои лампочки? Не тут. Вот мои лампочки. А тут и уши по башке получил опять. Так, и тут еще есть. Ну, вряд ли ему надо больше, чем 10 лампочек. Ладно, пофиг, давайте. Пошли посмотрим, что он нам скажет. Каким курсом он там меняет. Нате, 11. Ой. Ух, сколько он ошибался. Бля. А, еще и сдачи дал. Спасибо. Спасибо огромное. Вот, значит, сейчас мы с вами немножко занимаемся бредом. Так, сколько... давайте, раз, два, три. Сейчас я вам приколы покажу. Так, значит, ставим тебя сюда. Закрываем. Значит, смотрите, какой супер ремонт у нас. Опа. Блин, у меня был в жизни такой ремонт, а? Я какую-то шняху-мляху намазал. И машина как новая. Так, это у нас кончилось. Колесико надо починить. Так, последнее осталось, да? Ну, остальное потерпит. Пока что. Не слишком там повреждено. Ладно, тебя еще починю. Вообще-то я не туда целился. Топливо на исходе. Да ладно, врешь ты все. Зачем ты меня обманываешь? Я же знаю, что они на исходе. Ведь спорим, что нет? Ну, ставься. Так, тебя сюда. Ну ты посмотри, какой на исходе. Что ты врешь все время? Это у нас сейчас идет не это. Не, короче, никакой, ни сюжет и ни задание. Мы просто... Я просто поехал за ресурсами. Ну и примерно вот так это выглядят эти повестки. Так. И сейчас я вам покажу. Мы сейчас будем собирать с вами, как говорил, энергию. Специально. Видите, там белая полоска? Вот рядом с этим. Видите, там сбоку белая полоска. Это значит... Вот это энергия. Ой, погоди. Куда поехал-то? Я только немножко не понял. Тут показывает, что... А, мы не по дороге едем. Понял? Мне показалось, что мы типа по дороге едем. Но мы объезжали вот эту аномалию, потому что она... Если мы на нее заедем, будет очень-очень больно. То есть мы взлетим высоко-высоко в воздух. Потом плюхнемся на землю. Так. Что тут? Ну блин, ну как мимо такого проехать? Я понимаю, что вам это, может быть, кажется неинтересным. Но это жизненно необходимо нам. Такие зоны, вот такие спокойные, что... Вот так лутаться, да их почти не бывает. Это какое-то чудо просто. Тут бывает такое, что... Ой-ой-ой-ой. Я забыл эти лампочки попробовать пылесосом что-то с ним сделать. Я потом попробую. Если еще увижу. Посмотрим, зачем это. Зачем нам сказали, что надо это? Тихо-тихо-тихо, успокойся, Лутик, успокойся. Все поместить. Всех заберем. Ну чё? Понял? А, блин, пылесос кончился. Скончался мой верный пылесос. Пошли за новым. Так, тут нет пылесоса. Есть, вот он. Энтропии сосуны, тут тоже сосуны. Какие агрегаты у нас мощные. Погодите. О, тебе тоже можно это. Тебе же можно это. Распилить. Главное в тебя попасть. О, ясно. Вы решили там типа спрятаться, да? Это вам, я говорю, не поможет. Даже и не надейтесь. Так, тут хорошо. А, не проколото колесико. Все нормально. Так, поехали дальше. Так, значит, мы почти приехали. Там пару домов еще. Что-то такой странный дом. А это рисунок, я думаю, там. Так, погодите, я кое-что увидел. Сейчас будем канистру заполнять. Хорошо. Вот, можно по дороге в таких вот забирать бензинчик. Ну, естественно, есть большие там... А, ну, тут почти ничего нет в этой. Там есть большие грузовики, такие типа заправщики военные. Можно из них получать... Так, ну чё, для нас закрытых дверей нет. Здрасте, я не виноват, вставайте. Кто тут? В стене, блин. Я работаю. Работает некромынгер. Это краска. Нужна ли она мне? Ну ладно, пусть будет. На всякий. Для коллекции, так сказать, да? Так, ну вот это какие-то всякие такие чудеса нарисованы. Звуки сами слышите какие. Гены. Так, значит, ну чё, поехали дальше. Я только не понял, при чем тут этот дом? Какой-то он странный, помеченный. Это вообще такое? Вот этих, а эти пустые. Ну блин, вы издеваетесь, да? Ну что с вами делать, а? Как я могу пройти? Так, так, не забываем лампочки. Где лампочки? Вот, там было написано. Ай, вон оно как. Вот это классно. Это мне понравилось. А вас нельзя, нет? Видели, там что-то нагребли, а сейчас можно уже пилить. Блин, это мне понравилось. Может, оно так и эффективнее будет еще. Буду знать. А, это, наверное, знаете, что высосало? Сами лампочки. Целые. Типа. Не разбитые. Мы когда пилим, мы их разбиваем, типа. Походу так, я так думаю. Может, я и ошибаюсь. Ну, сейчас посмотрим. Не надо там возле меня шуметь так сильно. Я это не люблю. Я не люблю шум. Так, тут все разобрали, да? Я что-то слышу звуку. А вот, видите, вот тут это не то. Сейчас я вам покажу, как выглядит. Эй, ты чё? Иди сюда. Слышите это гудение? Вот это и есть эта энергия. Сейчас, погодите. Надо подъехать тогда на машинке лучше. Сейчас увидите, как это выглядит. Так, берем пыль и шошур. Идем лампочки высосать. Так, ты чего не взялся? Ну да, он целые лампочки высасывает. Че, опять кончилось? Уфит. Уфит. Че, у меня больше нет, что ли? Вы так не шутите, пожалуйста. Я так не люблю такие шутки. Там еще в домике что-то есть. Ну, сначала давайте это закончим. Ай, тут пилить же ничего не надо. А, еще осталось пилить. Сорян. Вроде все взял. Сейчас погодите, потому что когда берешь эту энергию, начинается всякая трихомудия. Это поэтому нам надо быть готовым к сразу ехать отсюда к чертовой матери. Так, у нас нет места опять, как в большинстве случаев. На это еще пока машинка не особо прокачана. Для этого надо уже будет ехать совсем в другую локацию. Да, там это. Там уже будет новое. Это мы взяли с вами. Ну, еще не взяли. Это, короче, стабильная энергия. Самая первая, самая как бы простая, да. Там потом будут уже пожестче всякие энергии. Так, там электроника всякая. Это все вы увидите. Капчик. Отдавай, что имеешь. Эляпизер можно разрезать. Так, тебе ничего нет. Эляпизер надо разрезать. Так. Пусто, пусто, пусто. Его помчали за энергией. Где-то моя машинка. Открываем сразу дверцу. Вот, у нас тут есть специальное устройство, которое из этой штуки берет энергию вот эту и пересылает к нам на базу. Вот видите, исчез этот. Он, видите, как увеличилось это. Белая полоса. Так, ну нам сейчас по прямой, потом так. Забрать это. Я не знаю, за кассеты я вряд ли поеду. Потому что мы грохнемся там. И там, видите, к нам идет это. Зеленая такая фиговина. Это у нас заражение типа радиации. Нам надо этого... избежать, только я не пойму, куда я еду. Что мне тут страшно в этих горах? Вдруг я перевернусь. Это обычно плохо кончается. Я не знаю почему. Там пишет, что, мол, надо экстренную там телепортацию. Но я пару раз уже переворачивался, пробовал. И это кончалось тем, что мне пришлось загружать игру. И никакой телепортации не было. Может, я что-то... блин. Может, я что-то не знаю, что-то неправильно делал. Возможно, ну, такой вариант, конечно. Так, погодите. Может, эта херня пройдет мимо? Поехали по-тихому. Автомобиль как бы у нас в более-менее нормальном состоянии. Красных нет зон. Ну, тут как бы несколько вещей в себе вроде соединяет, да? Немножко похоже на этих, короче... Как их, блин, как эти, короче, с такими всякими машинами похожими гоняют эти, которые ловят ураганы, типа. У них там всякие бронированные специальные, там, боже. Вот и тут, видите, тут прямо как, и, то ли из будущего этот, помните, фильм «Назад в будущее», да? Тоже что-то похожее. Так, погодите, куда сейчас мне ехать? Я не совсем понимаю. О, там домик есть. Давайте поехали разберем. О, тут несколько домиков. Давайте сюда заедем. Тоже залутаемся. Вот. Ну и как бы и сталкер напоминает, потому что это... Блин. Чуть поджарился. Так, там что, генератор у тебя? А нет, генератора нет у тебя. Я тебя понял. Так, что тут у тебя? Простой замок. Так, это я удачно зашел, тут смотрю, в эту карту. Как раз собрал много того, чего мне надо. Да, ну, точнее, не совсем все собрал, что надо, но все равно собрал кое-что. Я не получил плазму. Так, там ящик есть, тут куча ящиков есть. Бежали. А, тут радиация, блин. Ладно, тут лампочки пилить не будем. Так, что ты такое? Ой, блин. Записки бесит. А хотя его плазму тоже получим. Блин, зацепила меня. О, там еще плазма есть, ура. Лечимся магическим способом. Забираемся наверх. Ой. Ты чё меняешь на что? Ой, погоди. Ты чё на что меняешь? Я не знаю, что это там у него за штука такая. Поэтому не буду менять. Он меняет резину на эту, короче, на что-то. Только я не знаю на что. Сейчас глянем. Ай, вот это. Ай, на газовый баллон. И сколько ты... А, ну хотя у меня почти нет этой резины. Утенок этот резиновый, это резина. Типа... Так, тут больше ничего нет, да? Что там синее это? Что это? Ай, это... Погоди. А, это летная полоса. Кажись, я немножко... Ну, не тупанул, в смысле, а... Меня обманули? У вас тут... А, это эти, которые я не стал пилить, но походу сейчас буду. Вернусь и запилю. Вау. Потому что из них падают эти, как их, как они называются, химикаты, с которыми есть проблемы. Так, это не дверь, а где дверь? Спасибо, я много благодарен. Это у нас типа лампочка. Так, тебя можно распилить на электродетали. Так, тебя можно открыть, забрать все. Тебя тоже. Так, все собрали. Ты что, на что? Лампочки на пластмассу меняешь? Нет, спасибо, не дам. Обойдуся. Так, эти все облутали, да, штуки? Блин, что-то машину задело. Где машина, блин? Хе-хе. Вот машина. Так, садимся. Смотрим, что по карте. Типа по дороге надо ехать, да? Ой, сорян. Там бы найти ремстанцию, ну блин, не вижу я тут ничего похожего. А там что? Там труба показала, что бензовоз военный. Вот, про что, я так и не рассказал, про что игра. Ну типа тут как всегда. Это самое, тут, короче, проводили какой-то эксперимент. Там было все очень круто, но потом началось, как всегда, хрен пойми чего. И кончилось все тем, что это все закрыли, эту зону, типа, из-за вот этих аномалий всяких и так далее, короче. Потому что, типа, ну, чтобы люди не лезли и с ними ничего не происходило. Ну, сейчас у нас будет страшный прыжок. Вау! Вот, видите, что делает эта аномалия. Ну, плюс еще нас долбануло электричество. Что вот это за аномалия такая? Понять, там в воздухе такой какой-то, не понимаю. О, блин, тут радиация офигенная, 5К. Да ладно, как-нибудь. Что ты делаешь? Естественно, я уже этот телевизор разрезать не буду, потому что это кончится очень плачевно. Но что успею, то заберу. Погнали отсюда. В машине мы защищены от радиации. Сейчас саму машину, конечно, она жрет. Домик надо забрать. Ё-моё. Джизус. Вот это я удачно вышел. Это было пипец. Хорошо, жив осталось. Всегда смотрите в зеркало перед тем, как вы ходите из автомобиля. Это будет как мне. Очень больно. Вау, опять химикаты. Как же мне повезло на этот раз. Я тут мучился, я их нигде не находил. Мне они были очень-очень сильно нужны. Так, тут пусто, тут даже не заперто. Ну давай, тебя запилим. И помчались дальше. Так. Ну, мы почти доехали. Сохраниться, когда мы находимся здесь, нельзя. Вот, смотрите, видите, только загрузить. Либо закончить поездку, но если мы заканчиваем поездку, то наша машина сильно повреждается. Так что этим баловаться не советую. Ау, что тут? А, это у меня пара искрится. Короткое замыкание. Типа. Так, вот еще один этот. Да блин, откуда? Что? Опять стукнула собака эта электрическая. Вот, потом по этим зонам есть как бы это. Есть несколько выходов. То есть вот сейчас мы вами, блин, закрывайся. Типа я за близко стою, типа себя бью. Как-то так. Так, а что, аптечки кончились, да, у меня? Так, погодите, тогда надо поесть. Пока хватит. Так, значит, нам ехать. Вот, значит, мы сейчас с вами ну, как бы, мы проедем в другую зону. А еще есть это, roadwork. А еще есть другие выходы, то есть, когда мы открываем портал домой. То есть, возвращаемся к себе на базу. Но там тоже есть нюансы. Так, ну туда залезать я не буду уже. Ши, нема, мы нема. Вот, если будет желающие, будет это самое. В общем, есть желание смотреть, пишите комментарии. Возможно, будем устраивать параллель. Блин, зацепила собака. Чтоб тебя это. Ай, жмем, ай! Так, нам куда-то туда надо. Вот сюда. Вот там возле дыра. Это аномалия. Ну как же я такое могу пропустить? Вы что, пропустите? Не-не-не-не-не-не. Типа места нет. Ща делаем место. И тут еще, кстати, есть типа что-то похожее на врагов. Такие всякие непонятные создания местные. Но они больше похожи типа на роботов, что-то такое. Допустим, подлетает к тебе, магнитом цепляет твою машину и тащит хрен знает куда. Вот. Также есть такие прилипучки всякие, которые электричеством бьют, радиацией бьют, чем они там еще бьют, еще чем-то там бьют, кислотой вроде. Ну, погодите, кислотой, электричеством, еще чем-то, не помню чем. Вроде три они есть. Так. Ну, как говорил, тут можно кассету взять, но я уже не рисковал. Думал, ну, вдруг аномалия начнется. Ну, не аномалия, начнется... В смысле, ну да, аномалия, там офигенная вредительская зона. Но, как видите, ничего не началось. Мы очень спокойно, можно считать, залутались. Так, ложок был. Ризик. И тут я не видел военных грузовиков. Ну вот, мы приехали к переезду. Вот сейчас мы с вами отправляемся в новую зону. Так, я сейчас только думаю, а я могу домой приехать? Нет, не могу. А как мне отсюда выехать? Мне что, сюда ехать? Куда? Блин, мне сюда надо в красную зону ехать. Это ж плохо. Ай, не, погодите, я в Е7. Я не понимаю, куда мне ехать. Где я нахожусь? Я в Е7. Я же в Г9, а не в Е7. Ай, мы тут мглистая чаша. Погодите. Ну да, мне только сюда можно. Поехали сюда. Попробуем оттуда убраться быстро. Что там будет очень-очень плохо. Тем более, что... Посмотрим. Может, будет это. Так, а ну стоять. Нет ремонтных. Погоди, стой. Куда поехал? А, тут мы можем по-быстрому убраться отсюда. Так. Ну вот и увидите, как выглядит эта фигня. Ух. Ладно, я тогда тут уже не буду забирать эти штуки. Да что ты делаешь? Хотя, погодите. А, ну да, я их не возьму, потому что они попадают в зону. Видите, вот этот большой желтый круг, если я туда... Ну, короче, нам, когда мы активируем вот эти врата, нам надо за время успеть. Если я... Короче, помчались. Может, успеем еще этот один якорь взять. Не ори, бабуля. Может, успеем подобрать. Вон, видите, этот большой столб желтый? Нам туда. Но, как видите, тут сужается зона. Если мы не успеем, будет плохо. Ладно, пофиг этот якорь. Блин, что я делаю? Помчались. Пофиг. Пофиг, это энергия. Хотя, может, успеем еще. Успеем. А может, нет. Да блин, куда ты едешь? Ой, собака ты. Это как... А, ее затаскивать. Да блин, что за бред? Кажись, мы сейчас сдохнем. Где этот стол, блин? Мы почему-то не едем. Жадность фрая разгубила, как говорится. Да, я не успел. Да, я потерял кучу лута, потерял машину. Блин. Ну, вот видите, такое бывает. Жадность фрая разгубила, как говорится. Не успел. Ушибка. Ну так. Первый раз у меня такое случилось. Ну, я вам показал, как это выглядит. Да? Вот. Примерно поняли, как игра выглядит. Вот тут наша база. Здесь, видите, наша машина. Тут вот мы заряжаем. Тут у нас это. Тут у нас это, как ее. Блин, заправка. Тут вот можно детали разбирать. Тут можно загружаем, ремонтировать. Тут верстак у нас. Тут вот изобретаем мы эти всякие вещички. Вот типа. Для автомобиля, вот, допустим, вот тут фары всякие, видите? Тут инструменты всякие, тут панели для автомобиля, колеса и так далее, и так далее. Двигатель там и всякое такое. Вот. Кстати, я могу. Ни хрена я не могу. Движок сделать. Понятно, ни хрена. Ну, короче, мы приехали с вами пустые, видите? По-моему. Да. Мы все потеряли. Видите, и оборудование еще потеряли. И так далее. Вот, в общем, поняли, как все это выглядит. Я вам хотел показать. Ну да, я рискнул и этим поплатился. Ну, примерно такая вот игра. Как я говорил, видите, тут все можно делать. Тут, кстати, можно делать всякие, ставить на машинку, вот всякую фигню. Тут лечиться можно. Вот, сразу подлечились, да? Вот. Так что всем вам удачки, всем вам здоровечка. До новых встреч в новых видосиках, в новых стримах. И увидим, как там оно пойдет. А теперь пока-пока. До новых встреч.